Всем привет-привет! Вы попали на мой канал. Сегодня у нас новое видео распаковочка бумажных сюрпризиков. Сегодня есть одна новиночка. Это коллекция Gacha Life одежды. Первый вроде бы ее придумала Лера, и мне эта идея очень безумно понравилась, и я ее решила сделать. Но одежда есть, которой не было ни у кого. Здесь такие пакетики, вот такой очень прикольный. Вот. Давайте сегодня возьмем вот такой пакетик. Это типа коронавирус Gacha Life. Угу. Далее, наша прошлая новиночка, коллекция лотерея. Возьмем вот такой. Это первый лотерейный билетик. Убираем. Коллекция вся правда о трех медведях. Возьмем вот такой. Небольшие здесь. Коллекция гигиена мы закончим сегодня, к сожалению. Пушистая лама. Возьмем вот такой. Так, коллекция за кадром шапочки. Возьмем вот такой с картошечкой. Очень странные дела. Давайте возьмем вот такой. Здесь вроде бы мы все виды брали. Да. А нет, стоп. Видимо, я потеряла один вид такого пакетика, к сожалению. Но если я найду, то вставлю. Если я даже не найду, когда мы закончим эту коллекцию, я добавлю еще один пакетик, узнав, какого там персонажа нет. Коллекция «Угадай слово». Я хочу взять с Бэйби Йодой. Такой пакетик. И последний. Вот он. Вот, я его нашел. И коллекция «Христос воскрес». Возьмем вот такой с яичком опять. Вот здесь только пакетиков на нашу сегодняшнюю распаковочку. Вот наш каталог. Там новый вид обложки. Так что я вам его не буду показывать. Там еще мне надо будет кое-что приклеить. Коллекция «Христос воскрес». Предпоследний пакетик. Открываем. Нам попадается вот такое яичко. Вот. Под номером 3. Вот так. Коллекция шапки. В прошлом видео мы закончили эту страничку. И будем сейчас заполнять вот это. И скоро мы уже перейдем к этому каталогу, будем только его заполнять, но для этого нужно еще тетрадочку закончить, а там страничек, наверное, еще 23, наверное. Нет, наверное, побольше, 28, наверное. И нам попадается вот такая шапочка, это шапочка из Ривердейла, под номером 3. Отлично. На номер 3. Вот такая коллекция у нас получается. Так, закрываем. Вот наша тетрадочка. И начинаем с коллекции гигиена. В порядку идем, как обычно. Гигиена, мы ее сегодня... Кстати, это была лава... Ламба... Лава... Я забыл. Мне Тимур писал. Только что недавно повторял. Лава-ламба вроде бы. И нам попадается... Так, стикер. Это Эссо. Эссо. Под номером 8. И лава-ламбу мы неправильно приклеили. Вот это должно быть, получается, под номером 3. Лава-ламба под номером 2. А это под номером 8, то есть вот здесь. Если хотите... Нет, мы уже не отделим. Так, надеюсь, вы меня не слышите. Приклеиваем. И вот такая коллекция у нас получается. Если хотите, я могу сделать вторую часть. Да. Для пушистая лама. Под номером 8. Та-дам! Это вот такая лама, которая промокла под дождем.
Если хотите, то берите идейки. Только отмечайте, мне будет очень приятно. Вот так. Вот такая коллекция у нас получается. И мы так запомнили. Прикольно. Угадай слово. Так. Под номером один, я думаю, сейчас все догадаются. Это буковка Ф. Вот такая коллекция у нас получается. Далее Stranger Things по сериалу. Нам попадается стикер под номером 12, и это Дастин. Он какой-то большой получился. У меня некоторые стикеры большие получились, а некоторые большие. Вот так вот. Коллекция ВББС. Отлично. И нам попадается опять же белый книжка под номером 6. Это вот такой, который с печенькой. Отклеиваем. Приклеиваем. Вот такая коллекция у нас получается. Далее лотерея. Ой. Так, мы взяли лотерею под номером 1. Ой, здесь как-то тоже много. А нет, здесь 6. Зачеркнем здесь все, кроме пятерки, так как пятерки у нас нету. Начинаем. Я быстренько зачеркну. Вот. Так, убираем. Все, вроде бы все сделали. И второй здесь мы тоже все сделали. Далее наша новиночка. Gacha Life одежда. Вот так вот выглядит вкладыш. Я даже не замудрился. И здесь сзади перфорация. То есть открывается этот пакетик по перфорации. Отлично сработало. И попадается костюмчик под номером 4. Кстати, это новый способ наклеек. Да. Это мой способ наклеек. Здесь что-то с наклейкой. Ну так, 50 на 50, конечно. Ну так, нормально. Под номером 4, то есть на этой страничке. И вот первый костюмчик уже на месте. Закрываем. Вопросики. Первая коллекция была Эмоджи. Любимый актер из ОСД это все дети, ну как уже дети, 18-16 лет. И 19 это Милли, Ноа, Гейтон, Финн, и я опять забыл, Сэдди, и я чуть не помню, снимал я или не снимал. В общем, любимый актер из ОСД это... Гейтон, Сэдди, Милли, Финно. И первая коллекция эмоджи. На этом было все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите меня лайком, подпиской на мой канал. Всем пока-пока.